с вами Ксюша. И сегодня я покажу мои объемные наклейки. Давайте начнем. Первые мои объемные наклейки — это такие вот кексики. Такие вот наклеечки. Красивенькие. Дальше. Такие вот наклеечки. Тут разные. Кактусы, попкорн, кеды, он. Ну, надпись. Пицца, зонтик, пальмы. Ну, разные-разные. Дальше вот такие вот наклеечки. Тут фотоаппарат, цветочки, велосипед, бабочка, птички, бантик. Ну, разные-разные наклейки. В наборе. Вот еще это типа марки, да, знаете. Что-то мне типа такого. И самые мимимишные наклеечки. Вы только посмотрите на них. Какие они красивые. Чепленок такой. Лисичка. Да. Что это? Вот и кит-единорог. Зебра, кошечка. Покупала я их, кстати, в Фикспрайсе за 55 рублей. Ой, за 50 рублей. И они вообще такие красивые. Есть один магазин, он подороже. Ну, не в Фикспрайсе, а другой. И там объемные наклейки намного хуже. Вот стоит одна упаковка, ну, рублей 80. Вот такая же упаковка. Рублей 80. Ну, я одну использовала уже. Ну, я вообще не могу от этих наклеечек. Ну, посмотрите, какие миленькие. Если вы хотите такие же миленькие наклеечки себе, зайдите в Фикспрайс и купите. Всем пока!